Заказник, который был на данной территории, присвоит ему международный статус, так как здесь гнездятся птицы очень редкие, и сделать к нему экотропу из поселка. К нам подходили представители соседних стран и сказали, что они готовы инвестировать в туризм и в строительство яхтенного клуба и яхтенного причала. Конечно, мы должны учитывать, что тут ряд конвенций, которые мы должны учитывать были при морском планировании. Мы строим новые современные газовые терминалы. Мы строим, модернизируем уже имеющиеся локальные очистные сооружения для того, чтобы сохранить экологию региона. Мы хотим, естественно, сохранить в устойчивом состоянии и те производства, и то население, которое в настоящее время живет по берегам.